Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. И от искусства классического переходим к современным работам. Поговорим мы сегодня про выставку «Подлинная история Комикс-Сити». Разговаривать будем с Михаилом Павловичем Шубским, руководителем отдела современных художественных практик. Надеюсь, все правильно представила. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы привыкли к тому, что современное искусство, оно несколько издевается, стебет над реальностью. И над какой реальностью мы будем стебать вот в этот раз, и будем ли делать это? Ну, я думаю, что современное искусство, оно разное, и то, что мы представляем, вот искусство комикс-культуры такой, я думаю, оно не то, что стебается, а оно рассказывает о другом мире, о других каких-то ценностях, о другом, ну, существовании человека. Поэтому комикс-культура – это такая достаточно уже давняя история в мировой культуре. И нам было интересно показать, и мы будем этим заниматься, показать, что же делается в Красноярске, в Красноярском крае по этой культуре. И мы пригласили молодых современных художников, которые как бы занимаются этим. Это художники, которые конкретно занимаются, пишут, рисуют истории свои и рассказывают о них. Это просто художник, который занимается электронным рисованием. Сейчас есть и такая культура, и такое видение мира. Поэтому для нас интересно показать вот молодых людей, которые как бы рисуют свои истории и предъявляют нам. А для нас, для посетителя, для зрителя важно разгадать их, рассмотреть, рассекретить, ну и увидеть что-то, наверное, интересное и такое важное. Спасибо, Михаил Павлович. У нас сейчас есть возможность как раз познакомиться с одним из таких молодых художников. Рядом со мной находится Дарья Сергеева. Дарья, доброе утро. Здравствуйте. Дарья, расскажите, что вас вдохновило на создание своих работ? Ну, и я думаю, что не прячьте их уже. Покажите нашим телезрителям, что именно это будет. Ну, изначально у меня появился персонаж, и потом уже, собственно, пошло-поехало. Основным вдохновением был старый добрый город грехов. Если кто знаком с культурой комиксов, то они поймут и даже увидят какие-то отсылки, но стилистика все равно сохраняется моя. Персонаж у меня – это попугай. Я рисовала его на работе, и так получилось, что он, ну, вдохновил уже. А давно вообще комиксами увлекаетесь? Комиксами на самом деле я начала увлекаться буквально вот недавно. До этого, ну, как у меня был так подобный опыт, но ничего не получилось. Не очень качественный комикс получился. И вот сразу такой серьезный, как бы, комикс, как «Город грехов». То есть обычно начинают с чего-то малого. Ну, просто у меня уже есть определенная база, с чего я могу начать. Ну, то есть навыки какие-то. Вот. Просто персонаж был такой, что история ему нужна была именно такая. Спасибо большое, Дарья. Мы немного познакомились с комикс-культурой, с современным искусством, с классическим. Теперь вам есть с чем сравнить. Передаю слово вам, студия.